Ну что же, ребятушки, и всем привет, с вами я, Нубик Киги, и добро пожаловать на новенький ролик по быстрым строителям, да? Да, так как прошлый ролик набрал целых 5 лайков, давайте я вам даю задание, сможем ли мы под этим видео набрать 9 лайков, поэтому ставьте лайк, чтобы это проверить, да, вот прямо сейчас поставь и спустись лайк, я уже поставил, да. Так, мы ждем, пока люди зайдут, потому что нам людей почему-то тут не хватает, а давайте пока ушлем вот это, позабираем вот это все. Вот это заберем. Я не знаю, почему-то каждый день я забираю это, и что-то вообще ничего не дается мне. Ну ладно. Главное, что его забираю, так. Ну, может, я что-то выполняю, я, честно говоря, не знаю. Может быть, честно говоря. Я не знаю. Так, а где наши игроки? Игроки, а вы где все? Бля, серьезно, куда все игроки попропадали? Давайте попробуем паркур пройти. Пока игроки набираются, я попробую паркур пройти. Так. А нужно 8 обязательно игроков, да? Просто мы бы и так могли бы начать бы. Нам и так было бы весело. Так, хорошо, погнали. Ура, тортик мой! Я тортик забрал, ребята, смотрите, я тортик забрал. Не, ну серьезно, где все игроки? Эй! Что же будет, я упал? Ага. Ага, кто-то засел, кто-то высел. Блин, зачем он высел? Зачем он высел? Во, 6, все. Отлично, отсчет начался, можно голосовать за карту. Так, давайте выберем. Time a new Roman. Ого. Да, я просто знаю, что последняя карта так называется. Так. Почему что-то... А, карта уже выбрана, да? Какая-то карта с зимой, наверное, выбралась. Так, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Погнали. Все отлично, я на карте, и я готов строить. Давайте, я смогу это построить. Так, давай. Покажи мне, если я с любой вообще постройкой справлюсь. Чего? Там кто-то уже... Там кто-то вышел. А, вверху полностью уже строить? Хорошо. Так, раз, два, три, четыре. Так, давайте вот так вот по кругу походим. Так. Раз, три, четыре. Теперь вот так вот по кругу походим. Четыре. По кругу походим. Три, четыре. По кругу походим. Так, теперь заполняем, получится тут все. Посмотрим, насколько... Ага, это нормально? Эй, то есть вы хотите сказать, что там пусто? А откуда я мог знать, что тут пусто? Не, ну серьезно! Хорошо, что не проиграл, но серьезно, в первый раз вижу эту постройку, откуда я мог знать, что там пустота? Это что-то странное на самом деле, серьезно. Это очень странно, я взбесился немного. Погнали, хорошо. Два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, три, раз, два, три, три. Раз, два, три, раз, два, три. Хорошо. Три, так. Значит, так. А теперь просто вверх. И давай. Все. Я же говорил, что я смогу любую постройку почти идеально построить. Просто та постройка попалась какой-то неудачной. Кстати, почему у нас осталось 4 человека? Двое вышло. Чего? Это как так? Почему они выходят? Как они выходят? Так, проиграюсь, вот ты. Ля-ля. А нет, все правильно построили. А нет. Так, хорошо, без проблем, я это смогу построить. Так, давай. Раз, два, так. Раз, так. Стоять. Все, вот. Раз, два, три, раз, так. Раз, два, три, так. Теперь погнали. Слушайте, если там кто-то уже построил, я буду в шоке, наверное. Уже кто-то построил. Как они так быстро строят? Кстати, если я не ошибся с уровнем, тогда я тоже построю идеально, в принципе. Все. Я, кстати, тоже успел построить. Они очень как-то быстро строят это все.
По бокам зеленые, а тут вот красные. Раз, два, так. Четыре. Четыре красные, по бокам зеленые. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ага. Теперь получится нужно так сделать. Тут раз, два, так. А, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Как они так быстро строят? Я не понимаю, серьезно. Что это за чудеса? Они очень быстро строят. Реально, я, наверное, им проиграю. Но мне, ну, я держусь пока что. Буква L. Ага, тут вот так вот. Так. Хорошо. А тут вот, насколько я помню, тут, хотя я не помню. То есть я только что понял, что я не помню. Так, и что? А как, что дальше? Всего? Вот так вот разве? Я смог. А я смог. А что у него тут неправильно? Я не знаю. Фламинго. Так, туловище в три блока назад, и потом вот так вот, если только я понял. Раз, два. Так, давай. Так. Сюда. Потом вот так вот, как я понял. Так. Нет, стоять с чего? Я почти идеально построил. Чего он за 13 секунд построил? Что? Как он за 13 секунд это построил? Я не понимаю, как он это за 13 секунд смог построить? Он какой-то странный чувак. Серьезно, так быстро за 13 секунд построить? Это, наверное, нереально. Все, ребятушки, и следующая игра у нас продолжается, да? Сейчас новая игра начинается. Что-то я вам прямо обещал, приуныл даже очень сильно. Эх, кто знал, что я вот так вот ошибусь, конечно. Немножечко не запомнил. Тот чувак за 13 секунд фламинго построил. Мне кажется, это нереально. Это невозможно. Но как можно так быстро, настолько быстро построить фламинго, скажите мне? Блин, ну это... Я не знаю, как он так построил. Возможно, он какой-то супер турнирный чувак, что он так быстро построил. Но мне кажется, что сейчас я буду очень быстро сливаться, потому что у меня уже все, нет настроения побеждать. Я уже плохо стал запоминать, у меня уже голова болит. Да, мне кажется, что я сейчас буду проще всего. Как эту вообще штуку построить? Как эту штуку построить? Объясните мне, как ее построить? Ну, короче, давайте начнем отсюда. Три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, так, два, три, раз, два, три, так. Так, давайте тогда ему сделаем глаза тут. Тут так, насколько я помню. Так. Так, потом просто так. Так. Ага, почему листья не появились? Почему лишние блоки? Сюда, что ли? Я не знаю. Или у меня голова... А, у меня голова... Почему? Потому что у него голова в 9 блоков. Блин, странно, конечно. Надеюсь, я не один такой странный. Ага, вон и много людей, которые так же плохо построили. Ура! Я не вылетаю! Ура! Ура! Я наконец-то не вылетаю. Смотрите, я могу лезать. Смотрите, хопля. И поползли. Ой, фигуры надо запоминать. Я упал еще, классно. Вот, квадрат. Так, где-то тут она строилась. Где-то тут, наверное, это строилась фигура. Где-то тут наверху строилась это. М. А где?
Может, это как-то по-другому построить? Может, это наоборот на краю был так? Нет! Блин. Так что, посмотрите, тот чувак у него тоже на краю стоит. Почему у меня... Нет, стой, 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 я случайно разрушил. Фух, я успел его восстановить, но... Что-то я не знаю. Я все вроде бы все правильно построил. 69%! Нет! Только не я, только не я, пожалуйста. Нет! Нет, это я! Меня исключили. Это очень плохо. И этим я доволен. Ну ладно, ребятушки. Обязательно поставьте лайк. Ребят, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик на этом, я с вами Нубик Игги. Всем пока.